Привет! Привет, дружище! А мы находимся в Линьяно. Да, неправда, в Линьяно, да. Набрали! Этот раз мы в Римине! Вот, а что хотим показать, мы решили воспользоваться такой прекрасной вещью, как колесо обозрения. Обозрение, которое шатается как сволочь. Да, но зато зацелька красиво. Но шатается страшно. Мама! Сегодня ветерок поднялся, на пляже было ветрено. И сейчас нас крутит. Тут на колесе обозрения актуальные цены. 10 евро на одного человека. И крутится оно за раз, этот билет, 3 раза. Да. Можно посмотреть с высоты птичьего полета, как выглядит город и побережье. Побережье, конечно, выглядит темно, потому что там вода и нету света. Ну, мы сейчас, наверное, сделаем оборот и поднимемся выше. Мы уже на берегу, кстати, о птичках. Вон город. Ага. Ну, на, приснимайте. Не увалить вас, друзей, вниз. Ты туда-то не подноси телефон. Татьяна боится, что вы упадете. Вон такая вот там порт с яхтами. Я тебе по секрету скажу, можно внутри сидеть с телефоном и одновременно показывать. О, немножко расфокус идет. Наверное, за счет... Ой, шатается. Мама, страшно как. Вон там пляж. Боится! Ой, боится! Страшно! Вообще пиздец! Страшно! Простите меня за мой французский, но мне пипец как страшно! Теперь мы знаем, что ее надо почаще таскать на колесо обозрения. Это такое к Шоне! Мама родная! Смотрите, вот следующая колесо, как нас шатает. Видимо, точно так же. Да, нас тут же точно шатало. Шатало, и сейчас шатает. Сейчас мы стареем, тебя уже шатает. Ясненько. Ладно, но все равно рекомендуем. Да, попробуйте сами. Мы выжили. Я думаю, что здесь можно и днем посмотреть, конечно. Но я думаю, будет видно долго. Больше. Мы просто прошли длинный путь и решили воспользоваться ситуацией. Моментом. Тут да. Не было очереди. Так что вот, вид на Римине. А с вас лайки, подписки. Оставайтесь с нами, мы вам еще расскажем про отель, так что посмотрим. Да. Что-то новенькое на нашем канале. Пока-пока. Пока-пока.